Приветствую всех на нашем канале. Сегодня я хочу продолжить тему минеральных удобрений торговой марки Любозеленый, производитель Росагрохим. Итак, перед вами вот три вот таких замечательных удобрения. Суперфосфат, нитромаковская и весенняя. Кратенько сейчас расскажу про каждый. Итак, суперфосфат. Ну, говорить о нем можно долго, много. Это основное удобрение, которое используется предпосевной и посевной поре. То есть содержание здесь фосфора наиболее высокой, то есть 30 миллиграмм. О чем это говорит? Именно суперфосфат нужен растениям для того, чтобы как можно быстрее наращивать корневую массу и способствует повышению иммунитета растений. Именно фосфор способствует тому, что иммунитет у растений становится достаточно высокий, тем самым помогает растению справиться с основными комплексом заболеваниями, которые возникают в весенне-летний период. Еще одно удобрение с названием, ну, в простонародье его называют азофоска, нитромофоска. Здесь удивительное сочетание азота, фосфора и калия 16-16-16. Именно нитромофоска является тем самым удобрением, которое мы можем использовать на протяжении всего вегетационного периода. Это весеннее, в осеннюю и в подкормках в течение вегетации. Азофоска работает на всех климатических зонах. Именно азофоска может длительный период времени находиться в почве и не вымываться водой. Вот такое удивительное качество именно вот этого удобрения. Упаковано удобрение вот такие удобные коробочки, которые красиво и удобно хранить, места занимают они мало. Коробочки мы можем использовать при повторном использовании, то есть мы можем использовать их для посадки рассады. Здесь производитель за нас даже побеспокоился, уже написал, вот можно отрезать и посадить на таком расстоянии клубнику, там разные культуры, очень удобно. И третий вот представитель торговой марки Любозелена, это комплексное минеральное удобрение под названием Весеннее. Здесь уже производитель за нас уже все побеспокоился, то есть нормы внесения указаны. Это комплексное минеральное удобрение, которое может использовать для всех видов культур, для закрытого и открытого грунта. С содержанием азота 20, фосфора 8 и калия 6. То есть содержание азота здесь достаточно высокое. Данное удобрение содержит стартовый набор для быстрого наращивания зеленой массы, восстанавливает иммунитет растений после зимнего периода, ну и способствует как профилактика основных комплексных заболеваний. Также мы можем использовать удобрение при посадке. Производитель нам указал количество удобрения, вносимое на одно растение. И использовать можно его при подкормке, то есть при весенней подкормке растений, которые у вас уже есть в саду. Высокое содержание азота, как я уже сказала, способствует быстрому наращиванию зеленой массы. Три вида удобрений. Обратите на них внимание, когда вы пойдете в вашу торговую точку. Производитель, как я сказала, Росагрохим, торговая марка Любозелена. Оставайтесь с нами и всем пока!